Добрый день. В каждой мастерской, я думаю, что много есть отходов. Без отходов никуда. Хоть как бы экономно не пиляй дерево, или ДСП, или фанеру, все равно отходы остаются. Вот такие отходы остались у меня. Их много, еще насобиралось. Там еще в других местах есть обрезки. Разного материала. Там и ясень, по-моему, дуб есть, ну, есть. В печку выбросить их. Да, слишком тепла от них не будет, там, какая их толщина, там, 4, 3, 5 миллиметров. Попробуем сейчас что-нибудь придумать, что из них можно сделать. Так, это тополь, это ясень. Сейчас нарежу вот таких вот кусочков маленьких, небольших. Резали. Там один заказ, вот такие остались стополи куски. Остались с ясеня вот такие вот кусочки тоже. Толщина их примерно где-то одинаковая, может и не одинаковая. Так, ну что, сейчас что-нибудь да приспособим. Вы знаете, наверное, я сейчас уже не буду снимать слишком многие процессы, там, пиляния, распиливания, то и так уже было много. Ну, и много замечаний были, что много говоришь, что давай более конкретно. Так, более конкретно. Остались вот такие куски. Остались вот такие куски. Склеил вместе, получилось у меня вот такой. Вот такой коврик получился. Это уже более конкретно, без лишней воды. Клей D4. На D4 клей склеил. Особо здесь не выставлял. И получился вот такой коврик. Как его правильно назвать? Или решетка, скорее всего, даже, да? Когда входим в дом или в квартиру, просто можно положить, чтобы вытирать ноги, чтобы песок, грязь осыпал. Так, ну и вот еще немножко. Прошло времени много, как-то видео снял раньше, не загрузил. Прошло где-то около месяца. Так, видео в телефоне болталось, но сейчас уже показываю. Значит, месяц уже прошел. Оно стоит на улице. Видно, что уже и грязные. Ноги вытираю, это понятно. Нигде не расклеилось. Ничего с ним не случилось. Клей D4. Посмотрите, сейчас покажу. Ни одной расклейки нет. То есть нормально, хорошо стоит и выполняет свою работу. Оно хорошо, когда, видите, вот это вибрирует, да? Когда ноги вытираешь, оно хорошо отбивает, ну, грязь, песок. Так, все. Спасибо за внимание. Вот такой видео серии «Отходы в доходы». Да. Всего доброго.